Мы, трудовой коллектив из России, находимся в командировке от акционерного общества «Мосводоканал» в Луганской области города Счастья. Обращаемся к президенту Российской Федерации. Rusiyadan Luganskı vilayətinə işçi qüvvəsi kimi göndərilən fəhlələr Putinə müraciət edib. Telegram kanallarında yayılan müraciətdə fəhlələr Mosvodokanal səhmdar cəmiyyəti tərəfindən Luganskı vilayətinin Şastiya şəhərində tikinti işlərinə cəlb edildiklərini və aldadıldıqlarını bildirib. Onlarla müqavilə imzalanmayıb və gördükləri işə görə əmək haqqı verilməyib. Fəhlələr Rusiya prezidenti Putinin onlara kömək etməsini istəyib. Мы, трудовой коллектив из России, находимся в командировке от акционерного общества «Мосводоканал» в Луганской области города Счастья. Обращаемся к президенту Российской Федерации с помощью решения проблемы с оплатой труда. Принимая решение приехать на восстановление Луганской Народной Республики, мы даже не подозревали, что можем быть обмануты, учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме. Работаем без трудового договора. Наши требования – его заключить на условиях, оговоренных при нами, не были удовлетворены. Мы делаем с вами общее дело. Трудимся на благо людей. Просим вашего содействия.